И мы переходим к финалу в категории до 66 килограммов. Барух Шмаилов и Нурали Энамали. 37 и 19 номер рейтинга ни разу между собой не встречались. Мы видим соперников, которых одолели финалисты на пути к поединку за золото. Мэтью Баталь из Франции рассудит претендентов на золото большого шлема. Узбекские трибуны. Барух Шмаилов, 37-й номер рейтинга, 29 лет. На ваших экранах. И его соперник Нурали Эмомали, 19-й номер рейтинга, 21 год спортсмену. Таджик одолел Мартина Сеца из Германии, Виллиса Гарсия из Венесуэлы, Кабанычбека Айбек Улу из Кыргызстана в четвертьфинале, полуфинале Яга Абуладзе. И сейчас противостоит Баруху Шмаилову, который в первом поединке Янг Мин Ченга японом из Тайпея прошел Лашу Надирадзе из Грузии, также японом. О, пардон, Хансоку. Хансоку получил Надирадзе. Жанарыса Рахметкали из Казахстана в Азаре. Преимущество было у Баруха Шмаилова. Рюми Танако в Азаре. Японом Вильям Алиму. И теперь финал. Активно работал захват, быстрый подворот со стороны Шмаилова. Первая минута завершается, счет не открыт, замечаний также нет. Так, переигрывает захваты, сбивает на колени соперника Эмомали. Первое замечание в сторону Шмаилова. Хищная стойка у Эмомали. Так, хорошо сконтрил, проводил на бок Эмомали. В Азаре забирает. Да, попробовал Шмаилов подвернуться, но встретил. Устоял, во-первых, Эмомали. И как нужно обеспечил падение на бок сопернику. На экваторе поединка. Подсечками атакует Шмаилов. Активизировался. Сейчас его получит
Вот она. И лесенка в пользу Мамали. На его ошибаться уже нельзя. Нужно уверенно брать захват и сразу же предлагать атаку. Переезжает Мамали. Первым ходит вниз, сбивает, оплетает ногу. Шмаилов намерен ногу освобождать, выходить на удержание. Но Мамали уже вывернулся и 2 и 2 не оказался за спиной. Хорошая динамичная борьба. И последняя минута встречи. Так, есть подозрение, что уравнялись по шидо, а нет. За 42 секунды до завершения, так, представители правительства Таджикистана, находящиеся на трибуне почетных гостей, поздравляют уже, получают поздравления. И таджикский дзюдоист становится чемпионом узбекского турнира. Флаги, поддержка, земляки.